Всем привет! Хочу сделать обзор моих сеянцев. Они у меня зацвели. Из семян выращивал. Я до этого снял видео, что у меня купил 100 семян, зашли 30. И вот они не зацветли. Хочу посмотреть, еще не все, правда, у меня вон там есть еще. Посмотрите, какие красивые. Вот. Бутончики какие, мои глоксинки. Вот, раскрывается. Это вообще какая интересная. Снизу, главное, юбочка идет, вот. Так необычно, гляньте. Ну, еще маленький, потому что сеянцы. Вот колокольчики какие. Вот другой сорт. Прелесть. Вот еще красавица. Это я брал микс. Сейчас еще покажу сорт. Я просто наверху ползаю тут. Вот, у меня еще будут цвести. Еще непонятно, какие цвета будут набирают. Вот, гляньте. Походу много сиреневых, только распускается. Вот она красавица. Вот какая красота, как я люблю их, эти глоксинии. И то это считается маленький бутончик. Ну это вот первый год у меня цветут. Кто знает, почему у меня листва такая? Она должна быть яркая такая, вот знаете, зеленая. А это прям какие-то есть листочки, которые совсем прям бледные. Может что-то не хватает, либо лампа сильно близко, она прям бьет. Я даже не знаю почему. Вот какой. Посмотрите, вот полный. Немножко только сегодня парил. Я упал. Немножко забивал. Это у меня бугенвилия. Не цветет, не знаю, что она не цветет, что и надо, как ее там заставить цвести, я не знаю. Ну, в общем, хотел с вами поделиться вот такой красотой. Вот. Да, это бутилон у меня на холодильнике. Тоже не знаю, как его заставить цвести. Он вымахал, я покупал вообще таким ростком. Вымахал прям хорошо. Но я не наблюдаю у него пока этих цветов. Как он цветет, хочу посмотреть. Он такой очень красивый, тигровый. Это ананас у меня. Вот. Ну вот хотел показать вам. Вот этот вообще необычный такой, первый раз такой вижу. Люблю так их очень. Я немножко что-то пропал. Я лучше его оборву. Ноги не засохли. Очень стоит жара у нас. 38-40 градусов. Я их поливаю чуть ли не каждый день, через день. Еще он там в подносе мне налита вода, чтобы испарялась им. Не знаю. Я вот некоторым пообрывал. Вот я вам говорил, тут были тоже бутоны. Я их пообрывал. Посмотреть разницу. И у некоторых есть вот прям... Полностью я ничего не трогал, как есть, так есть. Например, вот полная, видите, вот такой, там бутоны идут. Не трогал. Хочу посмотреть, как будет, чем различие. Я думаю, просто будут бутоны, у которых оторваны, и будут сосать. У них будет более крупнее бутоны, я так предполагаю. Цветы имею в виду. Ну вот, вот смотрите, обломленный. Вот прекрасный цветок. И это только вот семян. Сколько я, не знаю, когда я сел, я уже не помню. Вот. Красивые мои, сладкие. Спасибо вам, что вы цветете, мои хорошие. Ну все, всем пока, всем добра и мира. И счастья. Пока-пока.